Город Видное стремительно преображается и благоустраивается. Появляются новые места отдыха, реконструируются старые. На проспекте Ленинского комсомола у дома номер 35 отреставрировали фонтан. В последнее время он не работал, все больше портился его внешний вид. Накануне Дня города и района по поручению главы муниципалитета Валерия Венцеля сотрудники Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства восстановили одну из достопримечательностей поселения. Это элемент благоустройства, так как это данный сквер, это и есть притяжение жителей для того, чтобы провести вечер на свежем воздухе, а так дополнительно красота. Реконструкция началась 14 августа. За это время рабочие полностью отреставрировали чашу фонтана. Внутри и снаружи облицевали новой плиткой, заменили систему подачи воды. Цвет подсветки был выбран не случайно. Местные жители традиционно называли фонтан у розового дома, поэтому и освещение теперь здесь соответствующее. Очень приятно, что сделали так красиво. Мы благодарны, конечно. Обновленный фонтан будет функционировать с 7 утра и до 10 вечера. В конце сентября его подготовят к зиме, а новый сезон для него начнется в мае. Сейчас у жителей города есть отличная возможность насладиться досугом в уютном сквере, который теперь непременно станет популярным местом отдыха.